Доброго смачного ранку, я Ірина Федоровська. Сьогодні ми знову в гостях на домашній кухні Олександра Чхайла. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну що ж, рада вас вітати. Бачу, що інгредієнтів на столі сьогодні багато. А ще знаю, що сьогодні ми будемо готувати сніданок для коханого. Вчитися є чому, тож давайте розпочинати з вами. Я предлагаю сьогодні для любимого приготувати два блюда і два м'ясних. Вони будуть основуватися на медальйонах із телятини. Один буде медальйон із телятини з овощами і соусом сальса. А второе блюдо будет медальоны из телятины с обжаренными мидиями на сковородке гриль в сливочном соусе. Немножко афродизиака. То есть как уже хозяйка выберет для своего любимого сегодня завтрак. Я вам покажу на одном. Вот на одном. То есть вот так вот не сильно. Не сильно мы его отбиваем, чтобы мы могли его сформировать. То есть можно даже так сказать, не то чтобы отбивать, а сделать ему массаж, скажем так. Массаж. Для початку пробуємо массаж. Что это за мясо? Мясо – это вырезка телятины. Иногда это называют часть шато миньон. Это имеется в виду нерабочая часть балышной вырезки из-под клетра. Буду формировать уже медальон готовый. Нам понадобится для этого фольга, которая позволит уже нам сформировать, закрутить наш медальон. Вот, первый у нас такой вот получился как бы ремешок, да, и мы теперь будем формировать непосредственно уже мясо. Я его просто вот так вот немножко вперед завожу, оборачиваю, и мы вот просто его вот так вот стягиваем. Итак, наши медальоны сформированы, готовы. Теперь переходим к соусу сальса. Але ну не може Олександр без історії, якихось інгредієнтів. Я знаю, що навіть у цього мексиканського соусу сальса є своя певна історія. Розкажіть нам її, будь ласка, і давайте починати його готувати. Давайте ви почнете з чистки перця, а я немножко з чистки помідора. Так. Ну, яка історія цього дивного соусу? Соуса сальса така основа інтересна. Наш брат українець, який працює шеф-поваром в Ізраїлі, зайшов к нам в гості в наше заведення «Розмарин». И говорит, зачем вы подаете всякие такие непонятные соусы, которые любят мешать с кетчупом, с майонезом. Не наши майонез, кетчуп. Мы называем его кетченез, все так вроде бы привыкли. И сказал, очень простой соус, это взбитые помидоры с чесноком и острым перцем чили, сальса, мексиканский соус. И плюс еще от него всегда хочется пить, плюс он вкусный, плюс он острый. Кидаем уже нарезанные помидоры в блендер. Ирина, вы можете кинуть перец. Перец, сразу. Так. Отлично. Та і предлагаю почистити чеснок. Ну що я можу сказати, сніданок для коханого, але без допомоги чоловіка досить важко тут і м'ясо підготувати, і це все збити в комбайні. І знову вміщуємо його туди. Розбиваємо всю цю масу. Зараз ми поставимо трохи прикипітися, провариться. Добавимо трохи в нього соль, перець одразу. Ну, недовго його готувати, начебто така назва, сальса, вважається, що багато інгредієнтів, довго готувати, але, як виявляється, що це не так. Так, Ірина, давайте, знаєте, як ми поступимо? Ви візьмете соус, будете його виварювати, а я пожарю, як тим часом, наші медальйони. Добре, давайте. Un saludo para todos ustedes, Rulo, El Salvador. Mister El Puma, a la próxima lección. Пока Ирина готовит соус, я подготовлю овощи для обжаривания их на сковородке гриль. Ми
вже підготували соус, підготували м'ясо, овочі, гриль. Аромат просто неперевершений, можна зійти з глузду, дуже пахне. Але, Олександр, давайте роз'яснимо нашим хазяйкам, який ступінь обжарювання нашого м'яса, тому що він є різний. Давайте, щоб було смачно, розкажемо. Ми робили ступінь обжарки medium well. Это мы сохраняем немножко розоватий цвет. Хочу рассказать секрет для хозяек в целом, что многие думают, что когда готовят мясо, интересно понять, было ли оно готово. Когда мы готовим медальоны, они должны быть минимум хотя бы 2,5 сантиметра толщины. Это в любом случае, потому что это уже не медальон, а получится отбивная. Второе правило – это нужно его стянуть. Это очень важно, чтобы оно сохраняло соки. Если мы возьмем указательный палец и большой потрогаем, и сравним с мясом, вот это будет сырое. Наша степень обжарки – это следующий палец с большим. То есть это и есть well. Дальше идет medium. Дальше идет сухой стейк. То есть совет для хозяек – не нужно прокалывать, чтобы не упускало сок. А просто возьмите и пощупайте. Тепер щодо овочів. Ми їх теж не досить довго обсмажували, буквально декілька хвилин, так? Да, несколько минут, то есть для того, щоб отримати текстуру, і повинні зберігати немножко хрусткості. Італійці називають це аль денте. Дуже вже хочеться смакувати. І так продовжуємо з того, як ми говорили сьогодні, у нас два блюда, оба м'ясні, але за один стабар не дав афродизіака, тому прийшло час додати афродизіака. Це обжарений міді на грилі в сливочному соусі. Немножко возьмем красного лука. Нам его будет вполне достаточно. Добавим также самое тимьян в сливочный соус, черный перец и соль. Держите миди, пойдемте с вами вместе обжаривать. Снимаем наши миди в сливочном соусе. Ну це просто. Втриматися неможливо. Настільки пахне, наскільки вже хочеться скуштувати поскоріше. Нам осталось завершить небольшой салатный микс с рубленными мелкими овощами для телятины с афродизиаком мидиями. Печеные овощи у нас пойдут для телятины с соусом сальса. Давайте. Поэтому я предлагаю взять вам, порезать красный перчик, нам немножко надо, мелкими кубиками. Предлагаю взять немножко овощного микса, немножко рукколы. Ирина, можете добавить сюда свой красненький перчик. Давайте. Да, замешивайте прямо на досточке, выкладывайте, где вам понравится. Угу. Давайте сбоку. Сбоку, да. Можете сбрызнуть маслом, да. Совсем трошки олии. Добавить немножко соли. А я давайте, наверное, попутно, если вы не против, буду выкладывать печеные овощи. Предлагаю выложить овощи в гриль. Вот, ложим как бы вот так вот. Можете помогать мне. Так, давайте буду вам помогать. Все ж таки, це сніданок для коханого. Да, приятная работа, да. Можете взять желтый перец. Предлагаю весь не ложить. Разрезать его немножко вот так вот наискось. Теперь мы выкладываем на одно и второе блюдо наши медальоны. Предлагаю, Ирина, друг на друга немножко вот так вот сбоку один. Осталось добавить... Секретный ингредиент. Секретный ингредиент, да. Вот держите вам ложечку. Вы выкладываете прямо сверху мидии, немножко как бы соусом поливаете. А я полью уже готовую нашу телятину соусом сальса. Ось наш такий оригінальний, дуже гарний, смачний сніданок, готовий сніданок для коханого. Дивіться, який гарний він у нас вийшов. Смакуйте, готуйте, експериментуйте, і вам обов'язково буде смачно. Залишайтеся разом з нами. Ірина Федоровська та Олександр Чхайло. Как раз хотів би добавити, пішов прекрасний сніг за окном. Уважаемые хозяйки, любите своих мужчин, готовьте им вкусные завтраки, и тогда для вас в жизни все всегда будет хорошо. Погоджуюсь. Вот салаты, мясные.
слова или такое.